Приветствую на новом прохождении игры Commandos 2. Начнем. Выбираем профиль. Первый тренировочный лагерь. Ознакомление с составом. Начать игру. We must clear this border to pass through. If we get rid of the commanding officer, the rest will not be able to offer any resistance. First we have to eliminate these two without making any noise. I can climb up to the wires and swing along them to cross to the other side. I see a box. We'll probably find some interesting stuff in there. If you get the metal shears, bring them here and I'll cut through that fence and deactivate the mines. Так, выбираем сапера, нажимаем tab и смотрим, как смотрит этот фриц. Пока он ходит, можно поймать, связать и утащить одного фрица. Бросаем, осматриваем, нажимаем на сигареточки. Винтовочка, экипировочка. Нажимаем на кнопку Т, сигареты. Бросаем сюда. Как только смотрящий фриц увидит их... О, увидел. Нажимаем на кнопочку Q и ждем, пока он... Ага. Оп, стоп. Осматриваем солдата. Забираем винтовочку и экипировочку. За нами побежал фриц, он нас увидел, и мы его замочили. Экипировочку, сигареты, автомат. Носим труп. Берем сапера. Достаем пистолет. Слава богу, в нем бесконечно патронов. Есть два способа попасть к этому ящику, но я советую второй способ, потому что проползать по проволоке довольно-таки опасно, там везде могут быть мины. Лезем на шест. Так, дальше. Лезем. После... Ай-яй-яй. Возвращаемся к столбу. Советую лечь. Подходим к коробочке. Забираем аптечку первой помощи. Так. Нам нужно забрать кое-что из этой коробки. Нажимаем на кнопку S, тире отмычки. Коробка открыта. Мы берем кусачки и пару гранат. Этого автоматчика мы пока не трогаем, так как вор не умеет перевязывать. Залезаем на шест. Перелезаем. Сползаем вниз. Это датчик нашей силы. Как только он исчезнет, вор упадет. Так, бежим к саперу. Передаем ему кусачки, пару гранат. Пусть он отдаст нам одежду. Так. Бежим пока сюда. Заметьте, как вор быстро бегает. Теперь берем сапера и перекусываем в этом месте кусачками проволоку. Так, берем металлоискатель, довольно-таки вещь опасная. Я сохранюсь на всякий случай, потому что могу погибнуть. Я ведь не против. Оба, две мины. Нам хватило две мины деактивировать, хотя их там много. Если хотите, можете больше деактивировать. А теперь мы сейчас устроим фейерверк. Вы не против? Дети. Бах. А хотя мы их можем и привлечь внимание.
интересно, он напорится на мину, если нет? Ай-яй, он начал по нам стрелять. Пусть бежит неуклюже. Он сдохнет. Мы прошли миссию. Миссия выполнена. До следующих миссий. До свидания.